Друзья мои, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодняшний обзор будет по чудесной новиночке от Clarins. Двойная сыворотка для кожи вокруг глаз Double Serum Eye. Наконец-то она вышла. Долгожданная для многих новиночка. Кто любит их легендарную омолаживающую сыворотку для кожи и лица Double Serum классическая, теперь у нас есть Double Serum Eye. Для кожи вокруг глаз. Такая же омолаживающая сыворотка, основанная на гидролипидных свойствах кожи. И, наконец-то, она вышла для кожи вокруг глаз. Потому что те, кто любит классическую Double Serum для кожи и лица, всегда у экспертов Clarins спрашивали, а можно ли вот эту сыворотку чудесную, прекрасную, наносить на область вокруг глаз, и всегда получали ответ нет, нельзя, только для лица. И вот, наконец-то, вышла эта новиночка. Смотрите, я уже ей довольно-таки хорошо пользуюсь. Давайте подробненько про нее поговорим. Объем у нее 20 мл. Светленькая, в отличие от классической, где основа куркума, растительный экстракт. А здесь лесной кромвель и 12 растительных ингредиентов, сильных 12 взято из классической Double Serum. То есть здесь вокруг кромвеля, как раз лесного, и все остальные ингредиенты усиливают его природные свойства. То есть он давно известен в медицине, используется в косметологии, подтягивает кожу. В общем, он у нас основной ингредиент как раз в этой Double Serum Eye. Двойная сыворотка, ее можно увидеть. Видите, вот если посмотреть вот этот пузыречек, здесь идет крем, а здесь идет сыворотка. Даже трубочки, которые вот здесь внутри, для масляничной основы идет совсем она тоненькая, такая маленькая. А для кремообразной здесь уже больше. Так вот, она смешивается. Посмотрим флакончик. Здесь у нас есть, видите, есть две капельки. Одна поменьше, другая побольше. То есть регулируете сами, какое вам количество этой сыворотки необходимо для нанесения на кожу вокруг глаз. Я пользуюсь традиционно, мне хватает маленькой капельки. Ну, эксперты, например, Clarins говорят, что вот в осенне-зимний сезон лучше использовать большую капельку. Ну, не знаю, мне пока маленькой хватает. Я сейчас покажу, как и что ею пользоваться. Нажимаете, очень легко пользоваться, нажимаете, и две составляющие выходят, и потом мы их смешиваем и наносим для кожи вокруг глаз. В чем фишка еще этой сыворотки? Я послушала экспертов Clarins и визажисты, их штатные визажисты применяют эту сыворотку поверх макияжа. То есть не бойтесь, если у вас макияж, я на себе это проверяла, это действительно не слова, очень интересно, я на себе проверяла точно так же. Что они говорят, что сейчас в осенне-зимний период у нас включаются радиаторы отопления, воздух на работе, дома, он более сухой становится. И страдает наша кожа, да, охота какого-то дополнительного увлажнения. Так что вот эта сыворотка, как раз смело ее берем и в любое время дня наносим прямо поверх макияжа. Девчата, не бойтесь, тушь не будет отпечатываться 100%. Я это все на себе проверила, и сейчас при вас это все нанесу, вы сами увидите. Не бойтесь, в отличие от других сывороток, вот эта вот липидная составляющая у сыворотки, она мгновенно впитывается, не оставляет никакой пленочки, никакого дискомфорта. А наоборот, мы получаем кожу очень увлажненную, такая, знаете, гладенькая она становится. Ну, как бы действительно вот расправляются морщинки. Великолепное средство, честно говорю, я в восторге от этого средства.
для кожи вокруг глаз, и после нанесения вот этой сыворотки мне не нужен дополнительно крем для кожи вокруг глаз. Вот это вообще для меня любовь. Вот с первого нанесения я ее настолько полюбила. Я много читала, когда вот на тесты отправляет компания. Я много читала, кто пользуется, у кого какие ощущения. И все-таки я решила для себя приобрести. И это действительно любовь с первого нанесения на кожу. Настолько комфортная. Я вот еще ни один крем для кожи вокруг глаз и сыворотки, вот именно дарящие такой комфорт на эту область вокруг глаз, я не встречала нигде. Я пользовалась Estée Lauder, их сывороткой, которая идет с такой вот палочкой для массажа. Пользовалась кремы там для кожи вокруг глаз. У меня еще Шисейда был, и Ланком, и Estée Lauder. Ну, вот это вот просто гениальный продукт. Честно, я думаю, что он будет таким же бестселлером многие годы, как и их классическая Double Serum для кожи вокруг глаз. Теперь давайте перейдем, посмотрим, как мы пользуемся. Очень легко нажимается дозатор, и вот она, все. Видите, двойная капелька у нас вышла. Двойная капелька. Что мы делаем? Мы ее пальчиками с вами смешиваем. Обязательно вдыхаем великолепный аромат. Ну, это чудесная ароматерапия, шикарная. Затем мы наносим на пальчики. Я сейчас уберу от экрана, чтобы он не отвлекал. Наносим вот на эти три пальчика. И в отличие от обычного крема для кожи вокруг глаз, когда мы его наносим, здесь мы припечатывающими, вот такими движениями, мы наносим нашу сыворотку для кожи вокруг глаз. Не бойтесь, именно припечатывающими, не растягивая кожу на височную область, нанесли и... Она мгновенно, абсолютно мгновенно впитывается. Межбровная, вот так поставили точечку. И все. Чудесный аромат, просто восхитительный аромат. Вот это вот ароматерапия. Они сами эксперты, Клоранс, говорят, что обязательно вдохните. Вдохните, остановитесь. Прежде чем наносить сыворотку, обязательно ее вдохните в себя. Потому что аромат просто шикарный, как будто вы в спа-салоне. Все, кожа моментально впитывает у нас эту сыворотку. Итак, посмотрим. Все впитала замечательно. Знаете, никакого дискомфорта, ничего такого у нас нету. Чудеснейшая сыворотка. Вот искренне вам желаю обязательно ее приобрести, попробовать. И я думаю, что вы в таком же восторге будете, потому что вот после нее не хочется уже никакой крем, суперкрем для области вокруг глаз, потому что все, что необходимо, кожа у нас как раз и получила вот в этой сыворотке. Мягенькая кожица, напитанная, увлажненная. То есть мы можем утром пользоваться, в обед захотели вы там на работе или дома, видите, вот какой-то такой дискомфорт на области вокруг глаз, достали сыворотку, нанесли ее, и все, и кожа вам скажет огромное-огромное спасибо. Так же, как и я говорю, создателем этой легендарной сыворотки. Это не реклама, я сама купила ее за свои деньги. Просто у меня действительно восторг от этой сыворотки. И я отложила все свои кремы на полочке. Они у меня отдельно стоят для кожи вокруг глаз, потому что мне хватает этой сыворотки. Если вам по ощущениям, после того, как вы нанесли эту сыворотку, не хватает, можете поверх наносить любой крем для кожи вокруг глаз. Не возбраняется, смотрите сами по своим ощущениям. Еще чем отличается продукция Клоранс сыворотки?
это самостоятельный продукт. Что это значит? Классический вариант сыворотки. Мы ее наносим на лицо или там, ну вот как сейчас, на область вокруг глаз, и обязательно нужно сверху нанести какой-то крем. Либо дневной, либо ночной, либо крем для кожи вокруг глаз, если мы используем сыворотку для вокруг глаз. А здесь же нет такой необходимости, потому что здесь вот все сыворотки от Clarins, какую бы вы ни взяли, это самостоятельный, самодостаточный продукт, который можно использовать без нанесения, например, крема. Смотрим по ощущениям, если не хватает, то наносим. Если все в порядке, все хорошо, все достаточно одной сыворотки. Но вот такое вот универсальные у них продукты, что не нужно дополнительно наносить крем. Они идут как крем-сыворотки. И можете уточнить у любого эксперта Clarins, они так и заявляют, что они самодостаточны. Мне это очень нравится, то есть все мы делаем по своим ощущениям. Все, мои любимки теперь две. Вот эту сыворотку я Double Serum, не помню уже, какой у меня флакончик, потому что в разное время, ну, в разные годы я пользовалась и покупала, ну, не знаю, четвертый или пятый флакон, это точно. Я еще точно помню, что у них не было вот этого дозатора с капельками. По-моему, не было. В общем, это было давно, и я периодически возвращаюсь к сывороткам Clarins, пользуюсь сначала другими там люксовыми продуктами, потом опять возвращаюсь. И вот сейчас я купила вот такой дуэт и буду им пользоваться. На осень-зиму вообще шикарнейшие средства. Однозначно рекомендую, друзья мои. Оставляйте отзывы под этим видео, задавайте вопросы. Чем могу, помогу. Будем вместе решать с вами что-то знакомое, что-то незнакомое. Вот они, красотулечки, бантюшечки. Все. До новых встреч. Пока-пока. Будьте красивыми, любите себя, подписывайтесь на мой канал, делитесь моим видео. До новых встреч. Пока-пока. До новых полезных обзоров.